Сильные природные пожары могут произойти в 15 населенных пунктах, 6 дачных районах и 7 детских оздоровительных лагерей в нескольких муниципальных районах Камчатки. Об этом сообщили на совещании, которое прошло под руководством в РИО губернатора края Владимира Солодова. В правительстве рассказали, что для обеспечения пожарной безопасности в каждом районе Камчатки созданы 116 группировок спасателей численностью более 400 человек. Все они оснащены техникой повышенной проходимости. Добавим, что общий объем средств, утвержденный в этом году на охрану лесов от пожаров, составляет более 170 миллионов рублей. С начала пожароопасного сезона 2020 года на территории региона были ликвидированы 3 природных пожара на площади около 68 гектаров. Краевые подразделения РСЧС будут находиться в повышенной готовности к борьбе с природными пожарами с 1 мая по 1 ноября.